Привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Я вижу, что вам очень нравятся блюда из кабачков, так же, как и мне. Сегодня хочу поделиться обалденным вкусным рецептом котлет из кабачков. Реально получается очень вкусно, очень ароматно и готовится очень легко. Я уверен, кто со мной также очень любит кабачки, вам просто это блюдо очень понравится. Начинаем готовить, поехали. В первую очередь занимаемся кабачком. В описании я оставлю весь список всех ингредиентов. От кабачка отрезаем все лишнее и натираем через крупную терку. Берем миску небольшую, терочку, и натираем. Перетер через терку 3 кабачка и добавляю 3 щепотки соли для того, чтобы кабачок наш отделил очень быстро воду лишнюю. И хорошенечко перемешиваем. И оставляем 5-10 минут. Прошло 10 минут. Теперь нам нужно отжать наши кабачки. Берем небольшую порцию. И таким образом выдавливаем с кабачка всю жидкость. Максимально плотно зажимаем. Отжали кабачок, теперь добавляем чеснок. Чеснок добавляю через чеснокодавку. На 3 кабачка добавляю 3 зубчика чеснока. Достаточно. Добавляю 1 яйцо. С помощью блендера передробил овсяные хлопья. Нам понадобятся дробленые овсяные хлопья, 3 столовые ложки. Количество черного перца регулируйте под себя. Я добавляю примерно чайную ложку без горки. Соль больше не добавляю, так как мы солили кабачки в начале. Все, теперь нам нужно это все хорошенечко перемешать. Также добавляю панировочные сухари. 3 столовые ложки сухарей без горки. И снова перемешиваю. Хорошенечко перемешали и отлаживаем в сторону буквально на 7-10 минут, чтобы набухли наши овсяные хлопья и панировочные сухари. Прошло 10 минут, формируем котлетки. Для этого я использую столовую ложку. Делаем шарик. Сначала делаем шарик. А потом можно их делать и продолговатыми, и круглыми. Какие вам больше понравятся, такие делайте. Отправляю панировочные сухари. И ставлю на досочку. С небольших 3 кабачков у меня получилось 10 котлет. Начинаем их жарить. Отправил сковородку на плиту. Добавляю подсолнечного масла. Примерно 3 столовые ложки. Слегка присолим. Само масло уже. Как только накалилось масло, отправляем наши котлетки жарить. Спустя 2,5 минуты переворачиваем.
по вкусу и по запаху очень схожи с мясными. Пробуйте, очень вкусно. Сейчас у нас продолжается сезон кабачков. Не пропустите, это очень вкусно, питательно и очень полезно. Готовьте вместе со мной. Я уверен, вам также понравится. Не забываем делиться с друзьями этим рецептом. Ну и, конечно же, ставить лайки. Кто не подписался, подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать новых моих интересных видео. Всем пока.